Приветствую, вы на канале Медвежий Барабан. Сегодня мы продолжим знакомиться с линейкой ножей от китайского бренда Concept. Лимитированная моделька ножа называется Fossa. Данный нож уже мелькал у меня на обзорах, только в другом исполнении. И с главным отличием он имел замок фиксации клинка Liner Lock. Здесь же за фиксацию клинка отвечает замок Slip Joint, но по замку это отдельный разговор. Данный миниатюрный складной нож от дизайнера Рольфа Хельбега. Клинок выполнен в форме американского танта. Извлекается при помощи флиппера, а складывается буквально одним пальцем. Накладки рукояти из желтого G10 с принтом в виде летучей мыши и паучком. По факту это небольшой джентльменский нож для повседневных задач. Далее обо всем подробнее, поехали. По традиции начнем с того, как поставляется и чем комплектуется данный нож. Приезжает он вот в такой классической для бренда Concept коробочке с матовым покрытием. Честно говоря, выглядит достаточно премиально, в таком виде не стыдно и на подарок дарить. Сама по себе коробочка просто черного цвета, а спереди у нас название и логотип бренда Concept. В нижней части расположился стикер, на котором прописано название модели, размеры ножа, дизайнер, тип стали, цвет и материал рукояти. Внутри нас встречает непосредственно сам нож. Вживую, к слову, выглядит куда более приятным и симпатичным. Вот такой конверт, в котором находится фирменная салфеточка и условия гарантийного обслуживания. И сейчас, и раньше говорил, что такая упаковка мне напоминает то, как упакованы мобильные телефоны. То есть за креативность тут определенно плюс. Далее, вот такой достаточно плотный чехол из нейлона, который внутри имеет мягкую, чем-то похожим на замшу подкладку. И последнее, куда же без него, пакетик силикагеля. На этом, собственно, с комплектейшеном закончили, переходим к самому ножу. Накладки рукояти в данном случае выполнены из гладко обработанного желтого G10. Нож не имеет какой-либо ярко выраженной подпальцевой выемки, соответственно, намекая, что это классический джентльменский нож. Размеры рукояти небольшие, но при этом нож отличный и четко лежит в моей руке среднего размера. Под большую ладонь, думаю, будет мелковат. Как и большинство ножей, нож состоит из двух стальных лайнеров, которые в свою очередь не имеют какого-либо облегчения. Клипса для ношения ножа на кармане короткая и узкая, однопозиционная, то есть переставить на другую сторону не получится. Сама по себе средней жесткости, не глубокой посадки. Имеется бэкспейсер аналогично из G10, черного цвета. Темлячные отверстия в данном ноже отсутствуют, поэтому придется довольствоваться зацепом темлячных только за клипсу. Хотя что мешало его здесь реализовать, ну да ладно, такова идея дизайнера. Вся фурнитура, то есть торксы и осевой, выполнены в черном цвете. Осевой классический, без каких-либо излишков. Нож имеет клинок формы танта, выполненный из стали 154 cm, твердостью 57-59 по Роквеллу. Это высокоуглеродистая сталь, полным аналогом которой является японская сталь ATS-34. Возвращаясь к клинку, клинок черного цвета с покрытием карбонитрида титана, спуски прямые от обуха. Извлечение клинка происходит при помощи флиппера и фиксируется замком типа Slip Joint. Но, думаю, неуместно называть данный замок именно Slip Joint, а похож он больше на замок Double Bit Lock. Возможно, я ошибаюсь, но по мне выглядит это именно так. Механизм блокировки клинка в открытом положении, по сути, это ваше воображение. Шучу, конечно. Если по-серьезному, то данный замок так или иначе удерживает клинок в открытом положении, но с легкостью открывается и закрывается одним пальцем. Осевой механизм на керамических однорядных подшипниках в латунной обойме, за счет чего нож имеет плавную и приятную механику. Клинок по центру прям идеально по центру. Далее пробежимся по характеристикам. Общая длина 182 мм, длина клинка и полезной режущей кромки 78 мм, толщина обуха 3 мм, а вес его составляет 89 грамм. Ну что, по традиции предлагаю порезать бумагу и посмотреть на заточку из коробки. Поехали. Отличная, отличная заточка. Кончик. Супер. Кончик сам по себе. Острые, очень острые. Ну что сказать, собственно, к заточке претензий не имею.
Время подвести итоги. Концепт ФОСа в первую очередь возвращает нас в те времена, когда нож был простым, разумным, режущим инструментом. В том плане, что не имел каких-либо замков и излишеств. В данном же исполнении нож использует более современный дизайн рукояти вместе с современным типом лезвия, которое является по сути скромным по своим размерам. Сталь на клинке 154CM обеспечивает надежное удержание режущей кромки. Нож отлично показывает себя в работе как на открытом воздухе, так и в городских условиях. В общем, скажу так, в этом ноже есть душа и харизма, несмотря на отсутствие какого-либо серьезного замка для фиксации клинка. Хочу напомнить вам, что я создал новую группу ВКонтакте, а также Телеграм. А для тех, кому неудобен в данный момент Ютуб, сделал канал на Рутуб, можете залетать и туда. Рад буду увидеть вас там. Отмечу один момент, что все мои видео — это мое личное мнение и первое впечатление о тех или иных товарах, которыми я пользуюсь. Выражаю свое восхищение или недовольство ими и делюсь этим с вами, чтобы вы могли делать из этого какие-либо выводы. В общем, мои видео несут только ознакомительный и информационный характер, не более того, чтобы у вас было представление о данных товарах и вы понимали, нужны ли они вам вообще. Друзья, понравилось видео? Тогда поддержи меня лайком и подпиской на канал. Но обязательно нажимай на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Берегите себя и своих близких. Всем спасибо, всем пока.